Это рассказ такой небольшой, зеркало для собственной персоны. Но это говорит о том, как работает механизм обратной биологической связи между нашей внутренней картиной себя и нашим состоянием, нашими эмоциями, нашим самочувствием, о том, как мы себе внутри представляем и что мы при этом начинаем чувствовать. Ну, пример. Допустим, ты проснулся в таком каком-то не очень хорошем состоянии, пошел умываться, и там зеркало, и вдруг ты в зеркале видишь, что ты вроде бы как бы и ничего, да, и лицо у тебя вроде бы нормальное, и вроде бы ты подтянутый такой. В зеркале увидел себя, и это дало тебе коррекцию. Биокорректор – это образ, который ты в себе, о себе воображаешь. Это внутреннее зеркало. Вот я, например, был в Ташкенте, в командировке, ну, приехал по приглашению. Я там должен был проводить тренинг. Ну, приехал. И вот получилось так, что каждый раз, когда я выходил из номера гостиницы, вдруг ни с того ни с сего ко мне подбегали два человека, брали меня под руку и сопровождали. Но я немножко удивлялся, почему они меня поддерживают, помогают идти. То же самое было, когда я выходил из гостиницы, садился в автомобиль, тоже дежурный там подбегал ко мне и помогал. Ну и в конечном счете я вдруг почувствовал, что я стал хуже ходить, да, стал хуже себя чувствовать. Но на самом деле было там такое, что я неважно себя чувствовал после операции, прилетел там и так далее. Но так, чтобы меня поддерживали, и тем более я там, несмотря на это, провел прекрасный тренинг и прочее десятое. А почему же такое было? Оказывается, я стал хуже ходить после этих поддержек, а просто, оказывается, директор, который меня пригласил, им сказал: смотрите, человек после операции на шее, после травмы, будьте с ним бережнее. Ну, вы представляете, какая ситуация? А они мне создали мой образ себя, да, в худшем состоянии, и поэтому я стал хуже себя чувствовать. То же самое. Я хочу сказать, как важно, что вы сами о себе думаете, в каком вы состоянии находитесь. Поэтому же нам иногда советуют психологи вот эту мышцу тренировать. То есть, ну как это, улыбнись себе несколько раз, и у тебя по механизму обратной связи появляется и улыбчивое состояние. Да-да. А вот когда ты думаешь о себе, что ты больной, что ты плохо выглядишь и так далее, то ты постепенно себя начинаешь накручивать, и у тебя постепенно начинает ухудшаться состояние. Ну вот и все. Поэтому это зеркало для собственной персоны, ваш внутренний образ. Да, вот я рисовал тогда картину, и она у меня такая получилась. Задумалась, да. Так и называется, задумалась. Ну, до встречи, друзья. Держите зеркало для собственной персоны. Это ваш внутренний образ, как вы себя представляете.